Сегодня ровно 4 года с того дня, как казино и другие игорные заведения запрещены на территории России. Активисты молодежных движений столицы решили отметить этот день по-своему. Вместе с сотрудниками полиции они отправились в рейд по подпольным клубам, которые, вопреки букве закона, до сих пор продолжают свою теперь уже преступную деятельность. Вот в этом здании до сегодняшнего дня располагалась букмекерская контора. Бизнес этот официально разрешен, но, видимо, легального дохода владельцам оказалось мало. И под маской законного заведения здесь процветали азартные игры. Активисты молодежных движений столицы вошли в клуб вместе с сотрудниками полиции. В главном зале они обнаружили неприметную дверь, которая подалась от легкого нажатия. Оказалось, что за этой дверцей в каморке папы Карла отнюдь не театр кукол. Там находятся серверы, да, и другое оборудование. Вот всех этих заведений, которое могло быть отключено. Но мы видим, допустим, да, что даже в данный момент на экранах у нас есть и покерный стол, где была ставка нашим игроком. Здесь и крысиные бега, и какие-то лошадки, собачки. Эти лошадки и собачки – виртуальные бои. Опасны они тем, что если в состязаниях, где участники реальны, например, на бегах, выиграть можно, то эти ставки – гарантированный проигрыш. За последние несколько недель в столице были закрыты десятки подобных заведений. Однако они вновь, как грибы после дождя, вырастают на том же месте. В этом зале 2 недели назад была прекращена нелегальная игорная деятельность. Лично я делал контрольную закупку на одном из этих компьютеров. Факт игры был, вот, была съемка, были вызваны следственная оперативная группа. Все компьютеры, мониторы, все оборудование было вывезено. Происходит это потому, что штраф 3000 рублей, именно на такую сумму наказывают владельцев игорных клубов, ничто по сравнению с миллионной прибылью. Участники сегодняшней акции предлагают внести поправки в закон об игорных заведениях, обязательно уничтожать оборудование и ужесточить наказание и для хозяев этого бизнеса, и для персонала. Чтобы это были не просто штрафы, а чтобы это сразу была уголовная ответственность. Потому что закон, он должен быть для всех, и должен быть одинаковый, и должен работать. Вполне вероятно, что этих убийственных для подпольного игорного бизнеса изменений можно ожидать уже осенью этого года. Софья Столбова, Виталий Алферов, Петровка, 38.